Гороскоп о чертах характера. Три самых упрямых и эгоистичных знака зодиака, бороться с которыми невозможно. А вы есть среди них? Телец. Этот знак зодиака самый упрямый. Тельцы делают все по своему желанию и не прислушиваются к чьему-либо мнению. При обсуждении некоторых тем или проблем они сделают вид, что прислушиваются к вам, но в конце концов сделают все по-своему. В области карьеры и бизнеса их упрямство фактически помогает им получить желаемое. Если у них есть цели, они не сдаются. Потерпев неудачу в первый раз, они будут продолжать попытки. Тельцы убеждены, что никто не сможет делать работу правильно, поэтому они всегда берут на себя полную ответственность за все, что делают. Правда в том, что у них действительно жизнь хорошо слаживается, потому что они всегда могут постоять за себя. Лев. Лев упрям, когда дело доходит от того, что он делает со страстью. От своей личной жизни до каких-то карьерных целей они делают все от всего сердца. Даже если кто-то их не любит или предъявляет претензии, они никогда не изменятся. Львы скорее оставят всех, кто в них не верит и не ценит. Они знают себе цену, поэтому никогда не будут удовлетворены меньшим, чем заслуживают. Если у вас роман со львом, должны привыкнуть к его колебаниям настроения. Если ему сделаете замечание по поводу его упрямства и укажете на необходимость выслушать ваше мнение, он не согласится с вами и может даже вас проигнорировать. Он всегда будет идти своим путем, как бы трудно это ни было. Если на этом пути лев совершает ошибки, по крайней мере будет знать, что это потому, что слушал свои инстинкты, а не чужое мнение. Скорпион. Если у вас есть любовные или профессиональные отношения со скорпионом, знайте, они довольно упрямы и не так легко отказываются от своих идей. Если верят во что-то, они будут преследовать цель независимо от того, что говорят другие. Их мнение самое лучшее. Из-за этого они могут показаться высокомерными, но на самом деле это не так. По мнению скорпионов, другие люди должны слушать их, потому что у них есть сильное шестое чувство, которое помогает им каждый раз выбирать правильное решение. Таким образом, люди данного знака будут придерживаться только своего выбора, что бы вы ни говорили. Друзья, мы с вами знаем, что очень часто гороскопы помогают людям лучше понять собственные возможности и узнать те пути, с помощью которых достигается успех, счастье и гармония. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все интересное здесь.